У нас проходит этот турнир с тем, чтобы мы отметили целый ряд ветеранов, которые, в общем, заслужили вот медали общественных организаций. Так, награждать будет мэр Можайска, наш друг и соратник, комиссии ветеранов, заместитель председателя многолетний, и вы знаете его участие во всех больших ветеранских мероприятиях, он непременный участник. Вот, и очень много нам помогает. И я думаю, что Можайску очень сильно повезло с таким мэром, потому что он его отличает большая человечность. Вот. Значит, дорогие друзья, ну действительно, медали, значит, юбилейные, медали, связанные с победой в Подмосковье. И вы знаете, что 5 декабря началось шествие наших советских войск по разгрому фашистской Германии. Началось это в Подмосковье. Вчера я был на дне освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков. Это один из первых городов, который был в Подмосковье освобожден. Вот 20 декабря у них дата. И надо сказать, что в связи с тем, что многие города Подмосковья были тем или иным образом связаны с битвой великой Подмосковья, четыре города Подмосковья имеют на сегодняшний день звание городов воинской славы, в том числе и Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск и Дмитров. И мне сегодня приятно будет вручить нашим участникам турнира медали, которые памятуют о том, что Московская область была одним из тех рубежей, от которых погнали фашисты долой. Первый рубеж. Вы, наверное, помните, что Клочков, политрук Клочков, сказал в свое время, когда происходила битва на Волоколамском шоссе: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». И вот вчера эти тоже слова прозвучали. Мне бы хотелось напомнить, особенно молодежи, что люди старшего поколения сделали очень много, внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией. А началась она здесь, в Подмосковье. Поэтому вот мы сегодня с Сергеем Андреевичем будем вручать памятные медали. Так, начинаем. Архангельский Михаил Юрьевич, за вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома немецких фашистов. Здесь мы очень приятно. Так. Ну, Евгений Андреевич скромничает, я назову. Васюков Евгений Андреевич. Дворкович Галина Львовна. Ну, сейчас нет, она и сегодня, в отъезде, да, мы вручим. Есенькин Борис Семенович. Борис Семенович. Дорогие друзья, значит, медаль Лермонтова Есенькина за вклад в литературу и культуру. Да. Самого главного человека, самого большого книжного магазина в России. Борис Семенович, большое вам спасибо за то доброе, что вы делаете для... Любимов Анатолий Владимирович. Орлов Александр Михайлович. Да, и тут это, Зайцев вручаете сразу.
что же это мы упустили? Да, да, да. Можно, да. Конечно, да. Даже нужно. Да. Да. Борис Семенович, где это? Как он? Да. А где Борис Семенович? Вот он, вот он.